Сегодня я получше размял ноги, но все равно буду работать немножко повыше, потому что небольшой кровоподтек на ноге есть, он небольшой, в принципе, движению не мешает, есть небольшая боль, но поработаем, что получится, посмотрим. Ничего не нужно. Повторите. Вот так боюсь. Повторяю.
15, очень коряво. Пузо мешает подседать, углы вообще не такие. То есть я ноги ставлю, как я привык, когда был 82, наверное, даже меньше. Брюхо мешает подсесть, плечи мешают подвернуться, сам весь деревянный. Много работы впереди. Сейчас тяга толчковая, приседания, гиперы и финишируем.
закончил тренировку. Сегодня удалось швангануть 115. На грудь, правда, не с первого раза взял. Опасаюсь. Тягу толчковую до 120. Поприседал до 150. В принципе, чувствуется, что поработал. Трапеции очень ощущаются. Ну, нога к концу тренировки разгулялась. Я немножко подстраховывался. Все-таки первые повторы приседал медленно. Но, в принципе, неплохо прошло. Третья тренировка успешна.